Кино не будет, вернее, новостей в Кременчуге. Единственная в городе частная телекомпания «Визит» приостановила свое вещание в знак протеста против давления со стороны местной власти. Вот такую заставку увидели сегодня зрители. Руководство компании поясняет, шаг вынужденный. Последние два года городские чиновники в грубой форме отказывают журналистам в комментариях, игнорируют информационные запросы и даже нападают на них. Все обращения в правоохранительные органы безрезультатные. Редакция «Визита» подозревает мэрию в организации серии пикетов, на которых депутаты горсовета требовали люстрировать журналистов, хотя по ним самим люстрация плачет, так считают медийщики. Вот как в телекомпании видят причины такого давления. Это и бизнес, и острые материалы. Без информационного такого ресурса людям, понятное дело, ни компанию предвыборную не выиграть, ни вообще себя любимых не хвалить.